Четыре десятка лет от профессионально-технического училища до информационно-экономического техникума. Такой путь прошло одно из передовых учебных заведений Республики Бурятия. В 2009 году техникум получил международный сертификат качества. И, пожалуй, самое важное и социально острое в деятельности техникума – это то, что здесь проходят школу жизни дети с ограниченными физическими возможностями. Одной из самых главных особенностей сегодня хотелось бы подчеркнуть, что наш профессиональный центр является единственным в Республике центром профессиональной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и сохранным интеллектом. То есть дети уже в течение 5 лет этот эксперимент у нас проходит, мы обучаем детей с сохранным интеллектом по профессии бухгалтера, контролера, кассира, секретаря, референта, оператора ВМ и оператора на наборно-компьютерной технике. Но это дети, которые обучались на дому, у которых ослаблено здоровье. И вот этот эксперимент проходит достаточно успешно. Уже мы сделали много выпусков, и на сегодняшний день у нас многие ребята учатся в высших учебных заведениях, многие трудоустроились. Ну, а кто-то не трудоустроился, значит, создали свои небольшие индивидуальные предприятия. От общего числа учащихся, а это около 700 человек, 20% составляют дети-инвалиды. В стенах техникума они получают полное обучение, принимают участие во всех внеурочных мероприятиях. Такой подход обеспечивает лучшую социализацию. Это важно и для детей с ограниченными физическими возможностями, и для их здоровых сверстников. Здесь формируется здоровое поколение без глупых общественных предрассудков. Чтобы все это состоялось, свой ежедневный труд вносит каждый из 160 работников техникума. А около 70 педагогов обеспечивают высокое качество подготовки специалистов. Кроме базы в Улан-Удэ, техникум имеет свой филиал в Тункинском районе. В связи с переименованием нашего профессионального лицея номер 7 в Бурятский республиканский информационно-экономический техникум, мы будем готовить ребят двухступенчатых, то есть будут профессии НПО и профессии СПО. По профессиям НПО на базе 9 классов в этом году мы будем принимать ребят по профессии оператор на наборно-компьютерной технике и повар-кондитер. Кроме того, ребят из специальных коррекционных школ 8 вида мы будем набирать по профессии повар и по профессии мастер отделочных строительных работ. В филиале в селе Тунка мы будем набирать ребят на базе НПО по профессии сварщик и водитель категории ВЦ. На базе 11 классов мы будем набирать ребят только по профессиям СПО, это компьютерные сети и банковское дело. В связи с переходом нашего учебного заведения в новый статус, это среднего профессионального образования, у нас теперь будет выпускаться, значит, категория наших специалистов, это специалисты банковского дела. Поэтому мы приглашаем всех желающих прийти к нам на учебу, потому что банковский сектор экономики постоянно развивается, и такие специалисты сейчас очень востребованы. Тем более я хотела бы сказать, что мы имеем договор с Бурятским отделением Сбербанка номер 8601, который нам оказывает посильную методическую помощь, учебную помощь. В то же время мы имеем возможность, как преподаватели, проходить там стажировку для пополнения своих знаний и, значит, быть всегда в курсе новшеств, новых каких-то банковских операций. Поэтому мы отвечаем за качество выпускаемых нами специалистов. Кроме этого, техникум имеет договор с предприятиями по контрактной подготовке по профессии повар-кондитер, мастер строительных и отделочных работ. Это гарантия трудоустройства для выпускников техникума. В условиях жесткой конкуренции на рынке труда это немаловажный факт при выборе места обучения. Мне посоветовали, то, что здесь хороший лицей, здесь хороший директор, заучи здесь хорошие. Здесь перспектива ждет в дальнейшем. Когда прихожу, мне так весело становится, вообще радужно. Здесь так вот теплая, дружная компания. Вот. Ничего, вот, честно сказать, из своего сердца вообще я вот благодарна, то, что вот таких вот нужные люди здесь работают и учат, и стараются. Вот. Это второй дом. Здесь, конечно же, научился, уже второй год учусь. Благо, мастера, преподаватели без дисциплин располагают к этому. Ну, просто жизнь не скучная, я говорю, проводится различного плана соревнований и по научным, и по спецдисциплинам. В спортивном плане тоже что-то проводится. В олимпиадах участвуем. У нас много всяких мероприятий, пантомимы, танцы, там, ну еще также в спорте. Баскетбол, футбол. Среди группы и между лицеями.
Ну так, на различных республиканских мероприятиях выступаем, занимаем призовые места. Весело учиться. Сохранена вся система дополнительного образования. На сегодняшний день работают 30 кружков, в том числе 6 творческих и 5 спортивных секций. А внеучебная деятельность наших учащихся вот в нашей работе занимает особое место. Все ребята, мы стараемся, чтобы ребята были заняты. И как результат сокращение количества правонарушений. Информационно-экономический техникум располагает большими аудиториями для теоретических и практических занятий, компьютерными кабинетами, библиотекой с хорошей периодикой и учебными пособиями. Для активных занятий имеется спортзал и актовый зал для выступлений. В просторной столовой учащиеся получают полноценное питание. Для детей с ограниченными физическими возможностями имеется кабинет ЛФК с современными тренажерами. Передовое во всех смыслах учебное заведение не останавливается на достигнутом. Педагоги вместе со студентами ежегодно участвуют в различных конкурсах и грантах республиканского и федерального значения. Быть лидером – девиз информационно-экономического техникума.